артисты в ярких костюмах заряжали публику позитивом, танцевальные и вокальные номера поражали фантазией. В Заречье прошел гала-концерт лауреатов открытого 21-го фестиваля-конкурса «Серебряный олень». Это конкурс, который объединил в себе наших уникальных деток. Это таланты, это изюминки, это наши жемчужинки Одинцовского городского округа. Победителями конкурса стали более 400 детей. Каждый старался вложить особый смысл в свой номер. Юные артисты танцевальной студии «Красная звезда» дополнили хореографию актерской игрой. Дети тонко чувствуют философский подтекст, поэтому не просто исполняют, а думают и входят в роль, считает художественный руководитель студии. Номер, тот, который мы представили в этом году на конкурс, это современная хореография. Нам его поставил очень талантливый молодой человек, балетмейстер Алексей Рукинов. Он сейчас очень известен в наших хореографических кругах. Мы сейчас очень тесно с ним сотрудничаем. Номер такой философский. Мы хотим узнать содержание книги, которая находится у мальчика Семена. И за этой книгой мы постоянно бегаем и хотим узнать, что же там все-таки написано. Талант – это труд. За кажущейся легкостью выступлений – серьезная подготовка. Сейчас все это позади. Члены жюри отметили работу педагогов-наставников и их мастерство. Сегодня хочется поблагодарить всех педагогов, всех наставников, родителей, конкурсантов, за то, что этот общий праздник – это наша большая творческая гордость, творческая победа. Итоги конкурса подведены. В этом году рассмотрели более 2000 заявок. Фестиваль «Серебряный олень» вновь показал, насколько талантливы дети и профессиональные наставники, которые смогли раскрыть способности каждого. Екатерина Крамер, Артем Ломоносов, телекомпания «Одинцова».